Друзья, в этом видео я покажу, как продавцы реагируют на 5 гривен монетой и что думают обычные люди по поводу этой монеты. Настоящая, мы ее сейчас на зуб проверим. А как вы проверите? Ты ошибки, на зубок? Мне нравится. Особенно 1 гривночка, 2 гривночки небольшие. И впервые вы увидите золотые 5 гривен монетой, а немного дальше вы узнаете, как получить такую монету бесплатно. У меня есть несколько. Если интересно, продолжайте смотреть. Как вы знаете, 20 декабря ввели в оборот монету 5 гривен. В одном из видео я рассказал, что думаю по этому поводу, и показал эту монету и сравнил ее с банкнотами старого образца. Ссылка на это видео будет в описании. Монета 10 гривен выйдет уже в середине этого года. А пока давайте узнаем, что думают обычные люди про эти новые 5 гривен. Это что? Это 5? Ага. Прикольно. Спасибо. Да. Первый раз вижу. Да. Пожалуйста. Всего. Не отдам никому. Да, хорошо. Какие красивые. Ага. Вот такие две. Подойдут? Ух ты. Интересно, давайте. Покатит? Покатит. Это новые? Да, да. Покажем харьковчанам данную монету. Посмотрим, как реагируют на эту монету. А что думаете про новые монеты украинские? 5 гривен, там сейчас 10 выйдет. Ну, хорошие монеты. Нравится такой дизайн? Нравится, да. Мне нравится. Особенно 1 гривночка, 2 гривночки небольшие. А будет удобно вот вам, девочкам? Нет, конечно. Вот такие пятерка, вот видите? Мне тоже неудобно. Ну, а новинка радует то, что вот такие вот 5 гривен вышли? Нет. Вообще мелочи вообще. Я лучше такие выбрасывала. Они маленькие, их легко потерять. И мелочи неудобно с мелочью. А теперь понял. Просто металлолом этот таскать. А мне не нравится. Не знаю, мне нравится. Потому что я не вижу, где один, где два. А, из-за этого, да. Ну да, да, я различить не могу. Надо разглядывать. Они не сильно по размеру различаются. И не могу понять, где единица. Ну, да. Ага. А снеговик сколько такой стоит? 180. 180. А вы все думаете, на... поменьше. Купить на 5 гривен. А что можно купить сейчас на 5 гривен? Непонятно. Вот они их на миллион сделали, куда их? Туалет, товарищи. То проверим. Местечко, куда все приходят. Вот такое возьмете? Еще не видела таких. Ага. Ну пустите. Да? Пустите. А. Такая вам пятерка будет. Я таких даже еще не видела. Настоящая, мы ее сейчас на зуб проверим. А как вы проверите? Да я шучу. На зубок? Я просто не видела, а теперь уже увидела. И что, и как они вам? Как сказать? То мелочи было, а это еще добавилось. Ну, больше, чем единичка. Не-не, ну, конечно, больше, конечно. Я говорю, вот эти, когда, это самое, когда они вместе, вроде видно, где ага. Где два. А когда вот это по одной, надо каждую перевернуть где гривня, где две, где пять, да? Где какая, да. Ага. Поэтому одеваем очки и заглядываем. И вам нравятся такие пятерки? Зай, ну, если вот такие вот, глянь, а, ну, тут у меня нету такой... Если они все порватые, все поклеенные, понимаешь? Никто не хочет брать сдачу, так лучше такую. Понял. Хорошо, спасибо большое. Спасибо, и вам огромное. Да, до свидания. Я не говорила, наверное, мне буквально вот я в этом месяце получила пенсию. Значит, мне добавили в декабре месяце до моей пенсии 5 гривен. Вот это да. А я и думаю, а что же я могу на 5 гривен? Даже в метро я не проеду. А. Ничего. Не, так и даже и соли не даже куплю. На трамвае не проедешь. А эти штучки это вы делаете? Это я сама делаю. Да. Красивые такие. Проблема продать. Сделать сделала, а продать попробую. Ладно, давайте я вас какой-нибудь куплю. А этот почем? 180. Этот 180. Не, у меня есть за 50. Не, просто мне интересно, какие они отличаются по размеру или... Ну, это, видите, не очень отличается по размеру. Ну, давайте куплю вас вот такой. Давайте. Будет вам добавка к пенсии. А вам на Новый год, снеговичок. Это буквально сегодня связало. Свежак. Свежак. Вообще свежак. Прям с такой красивой улицы. Да, и такой красивый снеговик. Такое, как смотрится в телефоне, красиво. Да, прям я хочу. Вообще шикарно смотрится. Обзор.
Спасибо, что досмотрели до этого момента. Я разыграю вот такую монету 5 гривен, покрытую золотом 999 пробы. Условия конкурса очень простые. Поставьте лайк этому видео. И нужно быть подписчиком моего второго канала, ссылка на него будет в описании. Как только наберется 1000 лайков, я разыграю эту монету среди тех, кто оставил комментарий. А внимание, для тех, кто в Харькове, бесплатно получить такую монету можно в двух кофейнях Кофеман. В Харькове это метро Научная и метро Холодная гора в Переходе. Кофеман — вкусный кофе с собой по доступной цене. Посетите одну из кофеен и скажите баристе секретный код, который указан на их страничке в Instagram. Ссылка будет в описании. Обязательно подпишитесь на их Instagram, так как там постоянно проходят интересные акции и конкурсы. Вот, например, сегодня проходила акция «Кофе за 1 гривну». Огромное спасибо ребятам из компании «Золотой слой». Они занимаются профессиональным покрытием из серебра и золота. Ссылочку на их Instagram я тоже оставлю в описании. Если понравился этот ролик, поставь, пожалуйста, лайк и напиши любой комментарий.